Доброго времени суток всем. Краткая инструкция по отправке результатов психофизиологических обследований в ЛПФО. По результатам ЛПФО каждый из обследуемых получает папочку, которая называется «Отправка». В ней находятся все результаты проведенного ПФО. Добавляем эту папочку в архив RAR, максимальный, ОК. Сейчас я продемонстрирую первый способ отправки результатов в ЛПФО. Этот архив переименовываем в RAR. Убираем последнюю букву из расширения RAR. Получаем отправка.ra. Система предложит выполнить изменения. Нажимаем, соглашаемся. Получаем файл отправка.rar, просто убирая букву, последнюю букву расширения файла. Затем заходим в свою почту, пишем адрес lpfopsi. gmail.com. Тема: результаты ПФО. Выбираем созданный нами файл отправка RA. Нажимаем открыть. Файл прикрепляется к письму и нажимаем отправить. Письмо отправлено. Второй способ отправки данного файла. Я верну все на свои места. Добавлю английскую букву R. Вновь соглашусь на переименование. Итак, папка «Отправка» с результатами, заархивированная в архив RAR, можно также переименованием добавить к расширению RAR любую букву. Это может быть буква X, это может быть буква T, может быть F, какая угодно буква. В данном случае пускай это будет буква X. Да, в этом случае мы получаем файл отправка rar.rarx и действуем аналогичным способом. Заходим в почту, нажимаем написать, пишем адрес lpfopsi@gmail.com. Тема: результаты ПФО. Выбираем файл. Видим наш файл RARx. Нажимаем открыть. Файл прикрепляется к письму. Нажимаем «Отправить». Письмо успешно отправлено. Это второй способ отправки файла в лабораторию психофизиологического обеспечения. И, наконец, третий способ. Переименовать. Ничего менять не надо. Никакие буквы, никакие расширения. Получаем по результатам файл «Отправка». Архивируем эту папку в архив RAR, заходим на сайт лаборатории, вот мы сейчас с вами на главной странице, заходим в раздел 8 «Загрузить результаты ПФО», пишем свою фамилию Иванов,
Иван Иванович. Организация. Ваша организация, как она называется, выберите файл, предлагает форма, указываем на архив «Отправка RAR», нажимаем «Открыть», файл присоединился. При необходимости здесь можно дописать необходимую вам информацию, например, вашу должность, что угодно. Какая-то информация может быть дополнена, примечание, можно ее не добавлять. И, соответственно, нажимаем «Отправка результатов». Появляется сообщение «Спасибо, ваш файл принят в ближайшее время, будет обработан нашими специалистами». Нажимаем «Продолжить». Все, форма очистилась, отправка файла осуществлена. Таким образом, я продемонстрировал три способа. Два способа через электронную почту и второй способ отправки результатов через форму на сайте. Благодарю вас за внимание. На этом все и удачи вам!